Все мое почтение, друзья, сегодня 21 апреля 2022 года, и появилась информация, что парламент Латвии принял законопроект, который позволяет лишать гражданства тех лиц, которые отрицают военную агрессию России против Украины. И фактически это историческое событие, это событие, которое пока еще не имеет прецедента в других странах, но я надеюсь, что другие страны тоже последуют этому решению, и пусть те, кто говорят, что, мол, войны России против Украины нет, это что это какая-то там спецоперация, еще какая-то хрень, пусть едут туда, где их будут ждать, в путинской России, а не живя в Латвии, Литве, Украине или еще где-то, отрицают военную агрессию России против Украины. Я лично считаю, что это очень такая вот позитивная новость, и очень благодарен парламенту Латвии и всем латвийцам, которые поддерживают эту, так сказать, эту инициативу и поддерживают Украину и украинский народ. Моя вам благодарность и низкий поклон вам.